Знаменитая гонка нации теперь и в Казахстане. Алматинцам и гостям города вскоре представится шанс испытать уровень физической подготовки. Уникальный вид забега проходит на специально оборудованной трассе, как правило, повышенной сложности. Это состязание особо популярно в Америке. Именно оттуда его привезли украинские атлеты-любители. Поучаствовать в нем может любой желающий, достигший 18 лет. Первый забег состоится в июле. Сильнейшим достанутся путевки на чемпионаты мира и Европы. Ну, у нас, во всяком случае, в Украине принимают участие, как и во всем мире, ребята, которые имеют какие-либо ограничения по здоровью, с ампутированными конечностями. У нас бегают ребята слепые. Мы специально выделяем их дополнительно волонтеров и гайдов, которые помогают им в преодолении препятствий и полосы. Я думаю, что если здесь будут такие желающие, мы тоже это все сможем организовать.